Руководил рукой водил, мол, мы умы, а вы увы. Это известная эпиграмма на одного весьма плохого начальника вельможу. Кстати, пятая часть россиян мечтает открыть бизнес, чтобы работать на себя. Если среди таких соликамцы, сейчас узнаем. Вы хотели бы работать на руководящих должностях? Нет, меня не интересует это. Почему? Ну, потому что у меня другие приоритеты в жизни. Это семья, дети, ученики мои. Я вырасту и буду обязательно большим начальником. А где ты хочешь работать? В полиции. Хотела бы попробовать. То есть, если бы вам предложили, вы бы с удовольствием ответили на это предложение? Да, я бы ответила, хочу. Ну, я думаю, что нет. Почему? Ну, мне кажется, это очень много ответственности. Я бы хотел работать в таком коллективе, где хорошие руководители, которые следят за своим коллективом на высшем уровне. Нет, не готова. Почему? Ну, это очень много времени отнимает. У меня на первом месте семья, дети. Плюс ответственность большая. Я нет, но моя любимая девушка, она руководит молодежным объединением у себя на предприятии, там, где она работает. Отметим, главным критерием при устройстве на работу молодые россияне назвали именно хорошего начальника, а уже потом заговорили про карьерный рост и высокую зарплату.